Усім мамський привіт! Мене звати Альона, я мама-блогер, і сьогодні ми поговоримо про прикорм. Як та коли треба вводити перший прикорм? Яких правил треба дотримуватися? Що робити, якщо дитина відмовляється від прикорму? Та як бути, якщо батьки вегетаріанці? Коли дитині виповнюється 6 місяців, грудне молоко все ще залишається для неї основним продуктом харчування. Водночас виникає необхідність у розширенні раціону малюка та додаванні до нього нових продуктів. Проте, перш ніж ввести прикорм, батьки мають переконатися, що їхня дитина насправді до цього готова. Зокрема, маля має добре тримати голівку, сидіти практично без підтримки. Також серед ознак готовності дитини до прикорму – вміння відкривати рот, коли підносять ложку з їжею, відвертатися, коли малюк не голодний, ковтати їжу, а не виштовхувати її язиком. Правильне харчування – основа здоров'я малюка, яка закладається ще у ранньому дитинстві. Харчування має забезпечити дитину усіма корисними речовинами, необхідними для росту та правильного функціонування її організму. Аби уникнути розвитку багатьох захворювань у майбутньому, батьки мають знати, коли саме варто починати підгодовувати немовля. По последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ребенок находится на грудном вскармливании до 6 месяцев, когда достаточно питательных веществ, которые поступают с молоком матери, сбалансировано, витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы, ребенок при этом достаточно набирает в весе, достаточно растет. С 6 месяцев содержание витаминов, белков, жиров, углеводов, микроэлементов в материнском молоке уже становится недостаточно для развития ребенка. И ребенок нуждается в поступлении их извне и из других продуктов питания. Более чувствителен наш организм к недостатку микроэлементов. В частности, это железо, да, то, что мы боимся развития у ребенка, железодефицитных анемий, которая затем сказывается на развитии, на дальнейшем развитии головного мозга, сердечной ткани, мочевой ткани и так далее. Вводится прикорм 6 месяцев с овощного пюре. Начинается введение прикорма постепенно, в течение 3-4 дней. В некоторых случаях до недели, если ребенок плохо переносит там овощное пюре, да, какой-то компонент, или недостаточно с аппетитом кушает, нужно больше времени, чтобы ребенок привык к определенному продукту. Затем уже, когда сформирована порция овощного пюре, туда добавляется растительное масло. Затем мы начинаем вводить фруктовое пюре и фруктовые соки. То же самое, по тем же самым правилам. Сначала вводится один фрукт, ребенок к нему привыкает несколько дней, потом вы вводите новые фрукты. Потом уже можно вводить мультивитаминные, да, соки, которые состоят из нескольких фруктов. К концу шестого месяца вводится молочная каша. Потом с каждым месяцем порция добавляется, и объем одного кормления, ну, вот молочной каши, например, может достигать к годику, там, к 11 месяцам году в объеме 200 мг, 250 мг. С 8-месячного возраста вводим желток 1-2 раза в неделю. С 8-месячного возраста, к концу даже вот к 8 месяцам, можно вводить мясной фарш. Также с 7-8-месячного возраста можно вводить творожок и кисломолочные продукты. Это творог и кефир. У деяких випадках після введення прикорму у малюка можуть виникати проблеми із травленням. Наприклад, у дитини може боліти животик або ж може виникнути алергічна реакція. Якщо введення якогось продукту викликало негативну реакцію, слід невідкладно виключити його з раціону, принаймні на найближчий місяць. Іноді матусі зіштовхуються із тим, що їхні діти відмовляються їсти прикорм. У такому разі батьки повинні поважати вибір малюка, продовжуючи ненав'язливо пропонувати йому рекомендовані продукти. Мама должна прислушиваться к вкусовым предпочтениям ребенка. Если ребенок категорически отказывается кушать какой-то продукт, значит, его нужно убрать. Значит, потом, через какое-то время, вы там, через месяц, через 2 недели, вы можете еще разочек ребенку предложить. Родители должны всегда понимать, что в первую очередь они должны ориентироваться на интересы ребенка.
Если ребенок к 6 месяцам еще не проявляет пищевого интереса, да, и у него, вы предлагаете, у него категорически отсутствует желание принимать ту пищу, к которой он еще не готов принять ее. Вот. И если есть медицинские противопоказания к введению прикорма, да, это отставание в психоэмоциональном, физическом развитии ребенка, то, конечно, прикорм можно ввести попозже, тогда, когда ребенок подождать 2 недельки, еще раз предложить, подождать еще 2 недельки, еще раз предложить. Потому что нормативные документы, они не имеют такого категорического характера, ну, да, характера, что их надо непременно в 6 месяцев вводить прикорм. Хочет ребенок, не хочет, а ребенка нужно пихать силой. Это категорически запрещается, потому что даже при насильственном кормлении могут возникнуть непредвиденные ситуации вплоть до асфиксии. Поэтому однозначно насильно ребенка кормить никогда не нужно. Если выбор родителей осознанный, и они занимаются вегетарианством, да, это их философия, ради Бога, это ваш осознанный выбор. У ребенка никто не предлагал ему выбора, и его желания никто не спрашивал. Да? Поэтому до возраста, когда ребенок может принять сознательное решение и перейти на вегетарианство, будьте добры, кормите ребенка так, как положено. Белки, жиры, углеводы для нормального развития ребенка, и не делать за ребенка выбор, который, возможно, он не будет приветствовать и будет питаться так, как он посчитает нужным. Кожна мама хоче дати своїй дитині найкраще. І обираючи перший прикорм, багато хто віддає перевагу власноручному приготуванню їжі. Проте і в фабричних пюре нічого поганого немає. Головне при виборі баночного харчування – дотримуватися певних правил. Зокрема, особливу увагу слід звертати на термін придатності та склад, вказані на етикетці. Бажано, аби куповані пюре містили якомога менше компонентів. Очень часто возникает вопрос, да, мама интересуется, какое питание выбрать, когда вводить прикорм естественное или питание, которое уже готовое, консервированное питание, которое продается в детских магазинах, в аптеках. Однозначно ответить на этот вопрос, конечно, ну, я думаю, никто не сможет сказать категорически, что вот один вид или другой вид. Это однозначно выбор матери. И там есть свои преимущества. Мама сама для себя должна выбрать, к какому питанию она отдает предпочтение. То ли это консервированные продукты, готовые уже к приготовлению, то ли это блюда, приготовленные собственными руками. В готовой консервированной пище, по крайней мере, есть 100% гарантия. Ну, она должна быть, и она есть. Насколько она выполнима, это вопрос второй. Содержание жиров, белков, углеводов мы видим на этикеточке, да, это стерильная продукция, вот, это сбалансированное уже питание, или это естественная пища, которую мама готовит своими руками, но она тоже должна понимать, что она должна быть уверена в продуктах, которые она использует для приготовления блюда, да. Это должны быть продукты, выращенные в биологически чистых условиях, без добавления каких-то химических добавок, по крайней мере, должен быть там, есть определенные нормы выдерживания после того, когда можно собирать урожай продуктов. Вчені стверджують, що до досягнення дитини 6-місячного віку дитячий організм не потребує будь-якої рідини, окрім грудного молока. Із введенням прикорму батьки можуть вперше спробувати запропонувати малюкові воду. Проте, якщо дитина відмовляється, не треба змушувати її пити. Цілком можливо, що їй досі вистачає молока матері. Если это зимний период, да, и вы вводите в прикорм, в зимний период начинаете вводить прикорм, то в дополнительной жидкости ребенку не требуется, потому что и в овощном пюре у вас будет жидкость, и в молочной каше у вас будет жидкость, и в грудном молоке обратно будет жидкость. И если ребенок, ну опять нужно всегда прислушиваться к потребностям ребенка. Если ребенок просит водичку, да, и вы попробовали, и он пьет ее с удовольствием, значит, какой-то объем вы даете ребенку водичку. Если, ну, не более там 200 грамм в сутки, это в зимний период, да, когда нету потерь жидкости с потом дополнительных,
Если ребенку вы предложили, и он отказывается от водички, значит, нет необходимости ему эту водичку предлагать. Но при этом не нужно забывать, что когда ребенку вводится прикорм, грудное вскармливание не отменяется. Ребенок, просто грудь уже становится как бы не средством основного питания, а как дополнительное питание. Плюс это все-таки связь с матерью, которая должна еще, ребенок еще не готов отказаться от груди. Ну, а до какого возраста кормить, это уже предпочтение матери. Да? Чем дольше, тем лучше. Перед тим, як годувати дитину, батьки мають ретельно вимити руки. Посуд для приготування та подачі їжі також має бути чистим. Поки дитина їсть, бажано, аби хтось із батьків знаходився поруч. Добре, коли малюк стає повноцінним учасником сімейних трапез. Їжа має бути остудженою до температури тіла. Не слід годувати немовля шкідливими та недостатньо подрібненими продуктами харчування. І наостанок невеликий лайфхак. Щоразу після того, як дитина отримала прикорм, її варто прикладати до грудей. Це допоможе зберегти лактацію, а малюк почуватиметься задоволеним. Аби дитині було простіше звикати до нової їжі, у продукти прикорму можна також додавати грудне молоко. Рекомендації заміняти кормлення груддю кормленням прикорма – це ошибочні рекомендації. Таких рекомендацій ви не знайдете ні в одному медицинському документі. Современном, не Советского Союза. Прикорм не заменяет кормление грудью. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Не смешивайте эти два понятия вообще. Они существуют вместе, параллельно. Более того, введение прикорма выглядит так. Вы даете ребенку грудь, он немножко пососал, вы грудь забрали, дали прикорм, он поел, а потом вы снова дали грудь. Что будет происходить, если вы будете заменять кормление грудью кормлениями прикормом? У вас будет становиться все меньше и меньше кормления грудью. И это идеальный способ для того, чтобы закончить грудное вскармливание до года. В 9 месяцев или к году. Но если же ваша цель кормить ребенка дольше, ну, к примеру, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, до 2 лет. К 2 годам кормление грудью – это, не знаю, пару раз в сутки или, может быть, только вокруг ночного сна. Ну, то есть это совсем мало. В этом нет ничего странного или сложного. То есть ваша задача просто определиться, до какого возраста вы хотите кормить и, соответственно, использовать ту или иную схему. На цьому в мене все. Пишіть нам за адресою, яку ви бачите на своїх телеекранах. До зустрічі за тиждень. Па-па!